Члены молодежного крыла партии НХАС решают проблему с освещением на одной из оживленных улиц столицы. Октябрьская пользуется популярностью среди гостей и жителей. Здесь особенно многолюдно в вечернее время суток. Большое неудобство пешеходам доставляло отсутствие должного освещения. На большинстве плафонов не было лампочек. Как говорит один из активистов Алан Тибилов, сегодня они приступили к замене лампочек и планируют к вечеру завершить работы. Чтобы процесс шел быстрее, ребята разделились на бригады и сменяют друг друга. Офтаюла пути мадар нахот тагиху орах гулят канем бойда мошенгал. Майрен айроз ма боттестам ман заседани койди суат захтам. Офтафтазен октябрский юнгал рухстан асуженч. Ма стейс планкуттам шамай саюллар саразам лампочка таитта болхаттам. Маца ман абу мархостам маца бунивам. Маца наманге фаюрстам ифт. Молодых, активных и инициативных ребят объединяют интересные идеи и планы. Мы всегда готовы поддержать креативные инициативы, которые принесут пользу родному городу и республике, говорит председатель партии НХАС Зита Бисаева. Я благодарна своему молодежному крылу, потому что они очень активны в таких вопросах. Этот год они очень много провели акций «Субботники». Это в местах Дивного святилища. Кстати, это очень поощрительно. Я благодарна им за такое отношение к своей родине, к своему городу, к тому месту, где они живут. И вот очередная акция, это также их решение. Они обратились с желанием оказать содействие мэрии, поменять плафоны, потому что мы прекрасно знаем, улица действительно очень красивая, тут очень удобно гулять и вообще проводить вечер. Люди любят по этой улице прогуливаться. Поэтому вот действительно какой-то дискомфорт был с тем, что плафоны были разбиты, сняты. Всего на реализацию данной акции было закуплено больше 300 лампочек. Оставшуюся часть ребята хотят применить на других улицах города. Мана може бонирте родисма удундар шовдар штукчеве дусте офтас котта. Мацан хомут табол хаттам шамайца джабах бофидар канам. После завершения этих работ ребята возьмутся за осуществление еще нескольких социально важных проектов. Яна Плиева, Олимп БТФ, информационный выпуск. Сегодня.